Депутаты Совета Славянского района на 30-й сессии тайным голосованием выбрали главу нашего муниципалитета. Они единогласно проголосовали за кандидатуру Романа Синеговского, который 10 лет возглавляет Славянский район. И вот наступило время вступления в должность новоизбранного главы района. 31-я сессия Совета Славянского района была посвящена вступлению в должность главы нашего муниципалитета Романа Синеговского. В этом важном мероприятии приняли участие представители исполнительной и законодательной власти края, главы городского и сельских поселений Славянского района, депутаты Совета района, руководители федеральных и краевых служб, силовых структур, предприятий и организаций, почетные граждане Славянского района, казаки и общественники. Главой муниципального образования Славянский район избран Синеговский Роман Иванович. В соответствии с частью 6 статьи 30 Устава муниципального образования Славянский район, глава вступает в должность на сессии Совета в торжественной обстановке. Для принятия присяги приглашается избранный глава муниципального образования Славянский район Синеговский Роман Иванович. Торжественно клянусь добросовестно исполнять обязанности главы муниципального образования Славянский район, защищать интересы жителей района, уважать и охранять права и свободы человека, соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы Российской Федерации и Краснодарского края, Устав муниципального образования Славянский район. Слова поздравления от имени губернатора Кубани Вениамина Кондратьева передал руководитель Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Краснодарского края Олег Буцкий. Уважаемый Роман Иванович, поздравляю вас с официальным вступлением в должность главы Славянского района. За годы работы на этом посту вы проявили себя как грамотный управленец и крепкий хозяйственник. Доказали, что умеете мыслить на перспективу, глубоко вникать в суть каждой проблемы и принимать верные решения. Под вашим руководством муниципалитет значительно продвинулся вперед. За последние 5 лет вырос объем бюджета, усилилось производство. Появились новые школы, детские сады, медицинские учреждения, парки и зеленые зоны. Однако многое еще предстоит сделать. В условиях современных вызовов нужно продолжать добиваться качественных изменений во всех сферах жизни, производить конкурентоспособную продукцию, модернизировать жилищно-коммунальную отрасль, возводить социальные объекты, развивать сельские территории, повышать благосостояние людей. Рассчитываю, что вы эффективно и профессионально справитесь с поставленными задачами. Желаю вам и вашей команде здоровья, энергии и успехов. Глава администрации губернатор Краснодарского края Вениамин Иванович Кондратьев. Олег Буцкий вручил Роману Синеговскому приветственный адрес и служебное удостоверение главы Славянского района. Депутат Законодательного собрания Краснодарского края Виктор Чернявский передал главе района слова поздравления от председателя Кубанского парламента Юрия Бурлачка и депутатского корпуса. Высокая оценка вашей работы, Роман Иванович, работы администрации района, всего коллектива, дана постановление Законодательного собрания края по итогам рассмотрения социально-экономического развития района. Высокая оценка дана лично Юрию Александровичу Бурлачку в ходе рабочего визита майского, а также предвыборного отчета. Так получается, что третий раз мы с вами параллельно начинаем свою пятилетку. Я дорожу тем доверием, той поддержкой со стороны вас по решению наказов избирателей, потому что это наша совместная работа. Я член команды, и уверен, что команда под вашим руководством уверенно будет идти, оправдывая доверие людей. Люди нуждаются в поддержке, люди нуждаются в информации, они готовы горы перевернуть, если мы будем с ними вместе. Всего доброго, с началом большой работы. К поздравлениям присоединился председатель Совета Славянского района Григорий Литовка. Те 10 лет, которые вы проработали с этим депутатским корпусом, и те нормативно-правовые акты, которые носились администрацией вами на рассмотрение сессии, они выверены, они были четкие. И это способствовало развитию нашего района и благополучия наших жителей. Уверен, и в дальнейшем этот созидательный курс будет продолжен. Приветствие атамана атаманского отдела Кубанского казачьего войска Ивана Безуглова зачитал атаман районного казачьего общества Александр Симко. Жители Славянского района сделали уверенный выбор, доверив вам, руководство района. Это говорит о поддержке избирателями того курса,
которым вы руководствуетесь в своей деятельности. Убежден, что ваша энергия, опыт и профессионализм, знания проблем района помогут эффективно решать задачи по развитию экономики и социальной сферы, повышению уровня жизни людей. Со своей стороны заверяю, что казаки Таманского казачьего отдела, Кубанского казачьего войска готовы стать для вас надежной опорой в решении общих задач. Депутаты Совета Славянского района приняли решение о вступлении в должность избранного главы района Романа Синеговского 5 октября и проголосовали за это решение. Глава Славянского района поблагодарил депутатов за поддержку, подчеркнув, что сделано многое, но впереди есть новые серьезные задачи, которые нужно будет сообща решать. Мы 10 лет с вами вместе работали, строили объекты социальной сферы, занимались благоустройством, работали с нашими жителями, но предстоит еще больше. Наша задача – формировать бюджет, нужны деньги для того, чтобы что-то делать. Нужны инвестиции. Всем большое спасибо. Работать будем, участвовать в программах федеральных, краевых. Ну и, конечно же, спасибо губернатору, потому что я уже вам докладывал, что при любой большой проблеме, когда мы обращаемся к Вине Ивановичу Кондратьеву, мы услышаны, нас поддерживают. Роман Синеговский отметил, что благодаря совместной работе всех ветвей власти, жителей, трудовых коллективов удалось сделать Славянский район экономически сильным и благоустроенным. И для того, чтобы не только поддерживать достигнутый уровень, но и повышать его, всем нужно будет хорошо поработать на благо родного района и Кубани. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».